Всем привет, микрофон на месте Эспро, и прости, что так много, мало роликов выложил за последние 2 месяца, вот, но я думал изначально, типа, что выложить и что снять, искал по простору Ютуба, наткнулся, короче, на Капитонова, он, типа, дуэльку играл, типа, на честность, потом прокачку делал, я подумал, что бы не сделать такую же фигню, только у меня на прокачку не хватит, я подумал, а что если зайти на какой-нибудь скин и поискать тех, кто сливает за 0.03? Вот нашел одного челика. Смотрите теперь, что из этого... Привет! Ты кто? Прив! Это ты сам 40 за 0.03? Нет, мне слили. О, тебе, блин, жаль. А что? Я просто мечтаю об этом скине, о голды нема. Угу. Можешь чем-нибудь помочь? А я добавлю в клан брата, который мне подарил. Чем я бомж без голды? У меня был нож, я его продал на кейсы. И там ничего. Сейчас, сека. У меня на балансе 1.13 голды. А почему ты хотел кейса? И какой был нож? Годом 1.13. Я хотел бабочку любую, а билкером бит скретч. Ого. Годом 1.13. Пацан, на самом деле это был соцэксперимент. Я закупаю Фуриус коллекцию, у меня есть один кейс, а? Ты рил честный. Я в Ютубе? Ура, мама, я в Ютубчике! Спасибо, я просто хочу, чтобы таких людей было больше. Можно привет передать? Да, можно. Передаю привет Назику, спецназику. Удачи. Заходи в клан, это твоя награда. СПС! Ну все, и канал говорить? Да. Какой канал? Мистер Эспро. Ща. Я еще не такой знаменитый, но обещаю, что будет голда, я тебе подарю нож. Ого, 352 подписчика? Да ну нафиг. Я рил, говорю. Офигеть. Я купил Фуриус кейс, я продам и голду отдам на нож. Я закупил Фуриус коллекцию, продам, куплю нож, если хватит. Спасибо. А ты тоже закупил? Есть ДС. Да. У меня есть. 13 тайгеров. Ты именно кейс или скины? Напиши свой ДС. Все, один кейс только и скинов. Голды нету на больше. Го я потом в ЛС скину. Просто я сейчас тогда займусь монтажом. Я, наверное, трейдиться буду, а то М40 квейк словил на лоу. Окей? Ого, ты знаешь, сколько кейс потом стоить будет? Неа. Ну, примерно 2 или 3К. Я дебил, просто закупил 3-4 Фуриуса и 2 Фец был топ. Если 3К продам, куплю мечту. Го в катку скину, покажу. Ок, ёма, бабочка дешевая теперь. Гоу. Ну что, вот из этого что вышло. Надеюсь, вам понравилось. Вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал. Мне помогал в озвучке мой друг. Ссылочка на ВК будет в описании. Кто хочет, переходите, напишите спасибо. А сейчас он передаст вам всем привет. Всем здрасте. Я знаю то, что у меня какашка голос, но да ладно. Я читаю с телефона, как и он. У него телефон сейчас с того. Капец в плохом состоянии. Ну, короче, вот, давайте, всем удачи и всем пока.